Приветствуем всех зрителей и подписчиков. Кто не подписан, просим подписаться на наш канал и поставить лайк, а также, чтобы не пропускать свежие выпуски новостей, нажмите на колокольчик. Спасибо. Сегодня ночью сообщили трагическую новость о многими любимом актере Александре. Как сообщалось, он попал в ужасную катастрофу, которая, к большому сожалению, к неравнодушным к артисту людей, закончилась трагически. Актера, который радовал нас уже более 20 лет, снимавший многих очень интересных и качественных кинокартин, ждала жуткое участие, от которой многие люди были шокированы. Хотим напомнить вам поставить лайк под этим видео и также написать комментарий в поддержку семье актера Александра Дьяченко, которые переживают очень тяжелые времена. Не так давно актер чувствовал себя хорошо и не жаловался на свое здоровье. Но случилось, как случилось. Любимец публики, если верить некоторым источникам, оказался в реанимации. Александр Дьяченко отметил, что был на грани жизни и смерти, но ему чудом удалось выкарабкаться. Спасибо, что смотрели видео до конца. Благодарны за то, что пишите комментарии под видео. Это помогает нам в продвижении канала. Пишите комментарии под каждым видео, а мы выберем 20 пользователей, которые напишут больше комментариев под нашими видео, и отправим каждому по $50. Нужно обязательно быть подписчиком нашего канала и поставить лайк на последние 5 видео. Берегите себя и своих близких. Будем благодарны за лайк и подписку на канал.